днях Израиль Адесанья защитил свой титул, и получается, он как-то рассказывал, что в 2014 году спарринговал с тобой. Какое впечатление он тогда на тебя произвел? I used to watch Peter spar, and I used to be like, man, he's murking everyone. He's literally just fucking everyone up. And I was like, man, who is this guy? Who's this? I like his style. He was real playful, real agile. Bah, 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 bah. And I remember one time after sparring, I asked him, yo, can we play? Can we have a, like, because I just wanted to feel him. I just wanted to see, like, what he's about. And I tell you, yeah, he was legit. After that, I was like, yo, this guy is, I knew he was going to be a world champion from there. I was just like, okay, this guy is, he's on. He's one of them. He's one of the ones, you know what I mean? Ну, 14-й год, да, это был в Тайгере. Они, в принципе, приезжали сюда неоднократно. Не знаю, какое впечатление, но я видел, что он очень техничный ударник. Тогда он был более еще сконцентрирован на ударной такой своей технике, только перешел в ММА. Очень техничный, очень высококлассный боец. Хамзат Чимаев, который не так давно был на сборах в Тайгере, он какое впечатление произвел? Я удивился его самоотдаче к тренировкам. Ведь всегда человек, когда пашет, либо когда к тебе большое внимание, ты либо перестаешь, как ты знаешь, максимально отдаваться этому, там ловишь какую-то волну, непонятно. Но видно, что пахарь, что он пашет там утром, днем, вечером. Я думаю, что результат не за горами, если будет так же пахать.